Казартная лотерея. Прокуратура Оренбурга обратилась в суд с требованием запретить деятельность одной из компаний. Как удалось установить, общество «Вектор» занималось проведением азартных игр под видом государственной лотереи. Вот такие плакаты видели в лифтах и на стенах подъездов, наверное, многие жители Оренбурга. Но кто подумает, что под государственными лотереями скрывается самый настоящий игорный бизнес. Тот самый, что уже несколько лет в России вне закона, не считая специальных игорных зон. Однако многие предприниматели прикрывают свой бизнес именно лотереями. Это здание в Оренбурге изначально ассоциируется с игровыми автоматами. Они всегда были здесь. Подтвердилось это вновь и после прокурорской проверки. Организация осуществляет деятельность по организации азартных игр под видом проведения государственной вестеражной лотереи «Победа». Так, в электронное оборудование были установлены программное обеспечение в виде визуализации, а также функциональных характеристик, которые условием проведения данной лотереи не предусмотрены. Сейчас это заведение тоже работает, его пока не закрыли, нет решения суда, но местные секьюрити были категорически против, чтобы мы зашли. Хотим с ним поснимать про ваши игровые автоматы. Не надо ничего снимать. Почему? Не надо. Почему не надо? Запрещение есть у вас на суде. А запрещение есть? Нет, нельзя. Почему? Если суд согласится с доводами прокуратуры и примет решение о запрете деятельности компании «Вектор», то это заведение закроют. В таком случае встанет вопрос о возбуждении дела административного, то есть хозяину придется заплатить штраф, который в разы ниже выручки от самой деятельности, правда, и аппараты будут конфискованы.